Именно от этих пород кошек чаще всего отказываются владельцы. Персидская кошка – это одна из самых сложных в уходе пород, ведь требует ежедневного расчесывания. Дефект носовой перегородки заставляет кошку сопеть и храпеть, а на мордочке заметны слезные дорожки. Сиамская кошка – у котиков повышенная эмоциональность и энергичность, требующая регулярной физической активности. Могут нанести квартире серьезный ущерб, а еще они очень громко мяукают. Сфинксы – эта порода котиков часто болеет, а еще сфинксы потеют, у них остаются небольшие желтые пятнышки на теле, поэтому котика нужно часто купать. Шотландская вислоухая. Необычная форма ушек вызвана генной мутацией. Многие вислоушки могут иметь тяжелое дегенеративное заболевание суставов, у них нередко наблюдается резкая смена настроения. Британская кошка. Постоянное вычесывание и перекати поле по всей квартире утомляют владельца, а еще домашний мини-барсик может запросто ударить когтистой лапой.